теплая зима не повод не обрабатывать животное, потому что блохи и клещи в теплое время не спят. Обрабатываем мы вектора 3D ребенка. Вес у нас от полтора килограмма, берем пипеточку от 1,5 до 4 килограмм. На одну обработку одна пипетка. Скрываем. Ничего, сиди. Это нельзя нюхать. Опс. Все. Поворачивайся. И наносим. Сиди. От холки начинаем по чуть-чуть. По всей длине спинки, потому что вещества здесь очень много. И чтобы не вылилось все в одно место, мы наносим вот так. Стараемся, чтобы не затекло никуда и не попало на слизистую. Умничка, сиди. Сиди, молодец, сиди. Чтобы животное не слезало. Вот. Когда пипеточка вся закончилась, завершена обработка. Посиди, пожалуйста. Посиди вот так спокойно, чтобы спинка подсохла. Посиди. Так что одна пипеточка векторы нам хватает на одну обработочку. Обработки хватает на 3 недели где-то. Ну, в зимнее время можно на месяц. А летом, конечно, на 3 недели. И надо заново проводить обработку. Самое главное, чтобы животное ничего не слезало. Так что вот, спасибо векторе. Мы защищены надежно. Правильно, полежи вот так, умничка. Пока вот эта полосочка вся не высохнет, не впитается. Молодечек. Вектор 3D рулит.